самые маленькие, самые большие углы, расстояния. И теперь вот еще пример на площадь. Есть конечный набор точек. И площадь любого треугольника с вершинами в этих точках, площадь не превосходит единицы. Нужно доказать, что тогда все точки можно поместить в треугольник площади 4. У нас конечный набор точек, соответственно, получается конечное число треугольников. И давайте рассмотрим треугольник, который имеет самую большую площадь. Но если таких треугольников несколько, то возьмем просто любой. Вот этот вот треугольник, который с вершинами данных точек, и он имеет самую большую площадь. Давайте проведем прямую параллельную. Может ли быть данная точка где-то вот здесь, по другую сторону от прямой? Не может, потому что вот этот треугольник имел бы площадь больше. Если бы была точка, которая расположена по ту сторону от этой прямой, расстояние от нее до этой прямой было бы больше, то есть высота была бы больше, основание вот это, площадь вот этого треугольника больше. То есть все наши точки лежат вот в этой полуплоскости. И когда мы проведем еще две вот эти прямые, окажется, что все точки лежат внутри вот этого треугольника. А площадь вот этого большого треугольника, она ровно в 4 раза больше площади маленького треугольника. Площадь маленького треугольника не больше единицы, поэтому площадь большого треугольника, внутри которого лежат все наши точки, она не превосходит 4.